Бизнес-элита Ульяновска обсудила планы на будущее в конгресс-холле отеля «Рэдисон». На повестке дня новый инвестиционный стандарт. Простыми словами, это участие региональных властей в жизни предпринимателей, помощь в продвижении, субсидировании и ином сопровождении. Вот «Деловая Россия» совместно с Министерством экономического развития формирует планы о дальнейшей работе «Деловой России» в этом направлении. То есть у нас в Ульяновской области сформирована 6 сентября региональная инвестиционная группа. В группу вошла тройка объединений. Это руководители торгово-промышленной палаты Союза промышленников и предпринимателей «Деловой России». Деятели этих организаций будут следить за самочувствием предпринимателей в бизнес-среде. Губернатор Ульяновской области тоже пообещал содействие. Я как губернатор, безусловно, буду во всем поддерживать. Вы знаете, что я сам много лет жизни отдал именно этой деятельности, занимался предпринимательством и бизнесом. Ресторатор Дмитрий Акулин признался, государственная поддержка не помешает. По его словам, гастробизнес не так сильно пострадал от европейских санкций. Те же оливки и устрицы успешно выращивают на юге России. Сыр поставляют и ульяновские, и белорусские фабриканты. Я думаю, что многие уже пересобрались в сегодняшних условиях и примерно начинают планировать на будущие периоды. И, соответственно, подобный формат делового общения с коммуникацией с властью, он позволит избежать, я думаю, каких-то и ошибок, и неверных шагов. А вот бизнес, направленный на экспорт, на данный момент переживает трансформацию. После геополитической встряски производители налаживают связи со странами Ближнего Востока и Азии. Виктория Черкова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.